Алоха, друзья, с вами Миха Драг Драгон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Анабиоз Сон Разума, или по-английски Криостазис. Ну что ж, давайте не будем тянуть со всем этим делом и сразу же, так сказать, приступим к игре. Собственно говоря, давно-давно, когда-то я уже, по-моему, в нее играл, но тогда она у меня неимоверно лагала, у меня была херовая видеокарта, все такое. Хотя, может, дело не за этого было, но, в общем, давайте-ка начнем игру. А то что-то я разговорился, так сказать. Что ж, на загрузке мы выйдем с вами кораблик, застрявший во льдах. И именно вот на этом-то корабле будет происходить все действие. Основное действие. Так, загрузочка, загрузка, как тебя люблю, во всех играх я тебя жду, жду, жду. Загрузка, любимая моя. Загрузочка, давай вперед. Моя история неутешительная. Она не сладостна и не гармонична, какими бывают вымышленные истории. Она дает бессмыслице и смутой, безумием и сновидением, как жизнь всех людей, которые не хотят больше обманывать тебя. Господи. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей. С четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Нужно было уйти из этого леса. И для того были две дороги. Одна назад. Там были сильные и злые враги. Другая вперед. Там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Это были все-таки сильные люди. И могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли бы умерли они, то пропали б с ними и жизни, и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске. И всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. А вот у нас главный герой был. Так, ну что ж, поднимайся. Чё ж мы с тобой тут лежим-то? Чё такой громкий звук, честно говоря, я не понимаю. Я вроде убавил его практически до минимума. Ладно, извиняюсь. Так, извиняюсь. Великодушно извиняюсь. Так.
А то мне не будет слышно. Так, ну что ж, мы с вами очнулись в какой-то дыре. Блин, я даже не знаю, как мы сюда попали. Давайте исследовать. Мы сможем подняться? Хорошо. Блин, слишком сильный ветер, бурга, ничего не видно. Не, мне кажется, все-таки как-то можно подняться. Мы должны это сделать. Но почему? Почему я не могу подняться? Мы сейчас замерзнем. Держись, держись, держись. Ну почему ты не хочешь подниматься? Так. Давайте думать логически. А, о, погоди. Открыть тут, нажмите R маус. А, R. Хорошо. Так, ладно. Встречает множество сосулек. О, какой у тебя фонарик-то. Да исторический. Так, светит? Ох, какой. Ну ладно, хоть светит еще. Это хорошо. Кто же мы и как мы сюда попали? Вот в чем вопрос. Как же мы докатились до такой жизни, что сейчас лазим по каким-то бункерам или где мы сейчас находимся? Ну, скорее всего, мы находимся сейчас на корабле, который попал в льдины. И о чем же думал капитан этого корабля? Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это, кстати, еще одна особенность игры. Мы с вами сможем видеть воспоминания. У меня такое ощущение, что игра не хочет убавлять звук. Хоть я этого и сделал. Так, где-то надо погреться, потому что, видите, у нас там в левом нижнем углу индикатор. Вот. Так, красненькая линия, это насколько мы с вами можем согреться, а тот красненький индикатор, который чуть дальше находится, ближе к центру, это сколько мы сейчас нагреты. В принципе, у нас сейчас, нам сейчас достаточно холодно, но жить можно. Так, мы сможем, да, с вами пробраться дальше? Можно бегать, удерживая шлиф. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж происходит-то? Сверхъестественные какие-то события происходят у нас. Так, мы сможем как-нибудь к нему? Как вот? И? Ой! Мы с вами что-то по-моему делаем. Ну, поехали, поехали, собаки! Они лают на корабль. Тихо, я ни хрена не слышу. Все шумит, и гремит. Ай, ёптер, налево. Проваливаемся, провалим собаки. Отцепить собак нужно. Вот, все херово. Так, ну я так понял, это мы, да, были? Мы как раз и провалились к этому кораблю. Но корабль тут был далеко от нас. Тогда что это за место? Я немножко путаюсь уже. Ладно, будем разбираться. Кстати, мы с вами находимся на советском корабле, если что. Так что тут будет советский антураж. Газовые баллоны, блин. Не рванул бы. Здравствуйте. А вы кто? А, это опять же мое воспоминание. И снова я на упряжке, да? А, это уже чуть дальше назад, видимо, было. Мы с вами приближаемся к кораблю. На четырех собачках.
Ой, не гуди никуда, что ты за гудёт? А зачем ты гудеть начал? Собаки испугались гудения. Ой, мать, да разворачивайтесь, бегите, собаки, ну что вы делаете-то? И снова нас останавливают в наших воспоминаниях. Так, что там такое? А, теперь мне надо вниз, да, видимо, лезть? Ну, ладно. Кстати, еще очень интересно то, что нам не предложили выбор сложности в начале игры. Какая же у нас стоит сложность? Вот что вопрос. Так, как нам тут вниз спуститься бы? Я смогу как-нибудь спрыгнуть? Погоди. Надо подумать. А, вон у нас лестница есть. Так, ну что ж. Ой. Вау. Собачка, спаси меня. Спаси меня, я куда-то упал. А я ли это вообще? Может быть, это не я. Да не ори ты, господи, орешь, орешь. У меня еще ветер заглушает, как в реальной жизни, блин. Реализм какой-то, так что это такое? Ну, наверное. Младшему научному сотруднику Северной полярной станции «Полюс-21» Александру Нестеру. Прибыть 27 марта 1981 года в точку с координатами 86 градусов 21 минута северной широты, 74 градуса 57 минут восточной долготы для поднятия на борт атомного ледокола «Северный ветер». Я еще и сотрудник, что ли? Ладно. А что ж тогда тут собаки мои делают? Как я вообще... Где? Откуда я вообще прибыл? Вот в чем вопрос. Меня, наверное, сейчас очень сильно заглушает ветер, но извините, друзья, я уже видел, что я практически на минимум убавил звук, а ветер все равно очень громкий. Как мне тут забраться теперь, эй? Собаки, подскажите. О, вон еще одна. Или это та же? Я иду, я иду. Не беспокойся. А, нет, это другие видео. У нас 4 собаки были. Они меня куда-то зовут. Иду, иду, иду. И, кстати, что самое важное, игра сделана русскими разработчиками. Русскими или украинскими, я не помню, честно говоря. Ну, в принципе, какая разница, я считаю нас братьями, так что ладно. Так, тихо. Как мне пробраться-то? Собака. Я что-то не понял. Мне кажется, я понимаю, но... Я не понимаю, как тебе пробраться. Может, мне надо обойти? Блин, я запутался. А! Ай! Я упал. Блин, по новой что ли? Чё? Да ладно. Тут из-за пурги ничего не видно. Я не понимаю, куда идти. Ой, я дебил-то, а? Так, поехали. Наконец-то внутрь попадем. Так, что тут у нас? Ой, наконец-то пурга кончилась. Господи, как я этому рад. Автосохранение же есть, ё-моё. На каких кнопках, интересно? На F5 или на F6? Ага, отлично, на F5. Будем знать. Так, а куда нам сейчас идти? Блин, вот игра сделана в 2008 году, а выглядит действительно красиво. Так, меня пропустят куда-нибудь, эй? Может, мне надо перепрыгнуть? Не-не, он ничего не хочет разбегаться даже, блин.
Так, нет, стой. Давайте думать логически. У нас есть еще один путь наверх какой-нибудь? Или нам все-таки вниз на... А, не, нам надо вниз, отлично. Так, нет, стой. Значит, я неправильно иду. Но надо все ниже и ниже. В одной песенке пелось все выше и выше, а нам надо все ниже и ниже. Пока вот сохраняется вся эта тайна, что мы, зачем мы, как мы, почему этот корабль затонул, я вообще не знаю. Тут много банок, показывают нам физику игры вообще. Опа, опа, физика работает хорошо. У меня еще включенный физикс, я не знаю, что он будет делать. Но увидим, видимо, в будущем. Насколько я знаю, с физиксом будет очень реалистично таять снег. Лопата. Это вот такие советские приборы для тушения огня. Тут должен быть песок, по идее. Где-то еще, да. Ну вот, наверное, он здесь лежит. В принципе, у нас такие в школе были. Так. А, это у нас, видимо, этот... как этот мотор, или как он там называется по-правильному. О, как все согрелось-то, эх, ё, ничего себе. Погреться сможем. О, мы греемся, это хорошо. А, хорошо, хорошо. Как мне сквозь этого мужика пробраться еще? Ой-ой-ой, что-то ты поторбаживать начала игра. Так нечестно. Так нечестно. Здравствуйте, товарищи мужики. Ну, что там? Да все нормально. Оставил. Пока все тихо. Садись, грейся, пока догорает. Я еще пару ящиков притащил. Пусть сохнут. Ладно, можно около вас пройти? Садись, грейся, пока догорает. О, ну ладно, погреемся. Это я уже понял, как греться. Ё-моё! А! Твою мать! Иди отсюда! Пошел вон! Пошел вон! О, ё-моё! А это, видимо, местные противники. Отлично, хорошо. Мать твою, бежим! Бежим! Бежим, бежим, бежим! Ой, быстрее, быстрее, быстрее! Беги, за какой ты медленный! Беги, быстрее! Возьми! Возьми! О, у нас оружие есть, круто! Твою ж налево, вы что, издеваетесь, что ли? Я чуть не обосрался. Так, мы сможем доски разбить? О, отлично. На. На, руками. На, по доске рукой. На, каратист херов. На, на, доска. На тебе, на, противная доска. На, разбивайся уже ты. На. Отлично. О, там все серьезно. Надо спуститься, проверить. Что-то как-то он, конечно, бегает медленно. Очень. Что? А! Тонем, тонем! Что делать? Дайте помогу, давайте помогу. Не получается. Что делать нам? Может, что-то... А! Ну, отстань! Отстань, ну-ка, пошел нахер. Так, бывает все мои... Только на этот очень кривая. Да бляха-муха, отстань! Да стопни ты! О, сдох! Чтобы... Так это я понял... А, подожди, чтобы выбрать ударную руку... Подожди, В, С, С, Д... О, ты смотри, какая тут боевая система, ничего себе! Так, ну я чуть не сдох, честно говоря, надо сохраниться. Так, F5. Лампочка, гори! Аллилуйя! Так.
Потом с вами не пройдем. И что, я смогу пройти теперь? А, мы греться можем, да? Хорошо. Ни хрена ж тебе лампочка. Прям такую лампочку будет дома иметь. Ой. Все, лампочки кабздец. Что происходит? Я ничего не вижу. Ой, ой, тонем, тонем, тонем. Уже что делать? Да опять, да какого хера? На тебе еще раз. На тебе. Понятно, сохраняемся. Блин, а сложная тут добывая система достаточно. Но с одной стороны, даже прикольненькая такая. Он сможем разбить. А мы можем греться. Доски разбивайтесь. Ну, не получается, видимо, разбить их. Ну ладно. А, нас уже не пустит обратно. Так. Что же нам делать? Ну, доски же должны, наверное, разбиться. Ну, что за бред? Доски! Доски, разбивайтесь! Давайте думать. Логически. Мы с вами тут застряли. А может, дверь откроется? Да не открывайся за этих досок, проклятых. Это предыдущий, блин. Что открылось уже ты? Не хочет открываться. Так, ушки, так, ушки. Ну, блин. А, может мы как-нибудь... О! Или нет? Ну, ты сможешь пройти или чё? Почему просто не убрать доски, я не знаю. Блин, я что-то и это, как-то это, я запутался. Может быть, надо ударить... Надо ударить сосульки эти, чтобы... Обрушилось все, я не знаю. Что же делать, что же делать? Хрен его пойми. Вроде бы все должно быть логично. Убрать эти доски нахер, и все, я не знаю, что делать. А, там что-то. А, там что-то заледенело, понятно. Значит, мы не сможем выбраться. Тогда обратно, я не знаю, но дверь не открывается, да, откройся-то. Не открывается. Так, ну логически тогда надо наверх. А он не хочет наверх. Ну же, проберись, давай, ну дурак, ты что ли, ёп. Налево. Это же легко. Дебилушка, а. Так. Все, нас замуровали. Отлично вообще. The end. Игра кончилась. Он не хочет. Он просто не хочет прыгать на лампочку, а с нее уже дальше идти. Не, зачем? Лучше остаться здесь, замурованным. Ха-ха-ха-ха. Твою налево. Все, я в беспонятках. Нет. Все равно не хочет. И что же делать? Замечательная игра. Я не понимаю, что делать. Ну что, давайте тогда на этом закончим первую серию. Я тогда разберусь, что там делать, и мы продолжим дальше уже. В общем, всем алоха, друзья. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи и до новых встреч!